Ре-эрр. Сценарий Сарико. Художник Фруктик. Быть бессмертным – дело интересное, особенно после каждой смерти возвращаться к жизни в новом амплуа. Этот комикс расскажет вам о веселых буднях Эррора, который перерождается и котом, и комаром, и даже торговым автоматом. Эррор, ты бессмертный? Ха, ну да. Только мое возвращение с того света не проходит гладко. Что ты имеешь в виду? Начинка остается, а вот тело вы мне, маленькие заразы, меняете. Кем я только не был, даже торговым автоматом. Вы себе это представляете? Как до такого вообще можно додуматься? В этом был какой-то смысл. Хорошо, что есть друг, который всегда может помочь. О, у тебя есть друг. Это Инк? О, Рипер, вас забери. Нет. Инка тогда еще и в планах не было. А я и на Альтмур уже были. Вот с кальмаром судьба меня и свела. Признаюсь, наше первое знакомство не задалось. Дело было так. В то время у меня был крутой дизайн. Зубы, когти и хвост. А Найтмар казался мне очередной ошибкой, требуемым удаления. Естественно, я попытался его убить. И то, что произошло дальше, было для меня неприятной неожиданностью. Естественно, стоило мне воскреснуть. Да? Эй, чертов кальмар! Смотри, что создатели дали мне вместо крутых костей и бластера! Как ты... Что за... Завались! У меня претензия! Смотри, кальмар! Это из-за тебя выросло! Но выглядит мило. Хвост? Кто это? Что он от меня хочет? Что за... Отпусти сейчас же! Я мою бошку над камином повесил! Я тебе чё, олень? Получается олень, раз ты пришел к повелителю кошмаров! Ах ты, кальмар недоделанный! Это еще кто тут кальмар? Фури хвостатая! Примерно так мы и стали друзьями. Спасибо, что помог решить эту проблему. Ага, обращайся. Без хвоста я выгляжу нормально. Думаешь? Завалить!